И перед началом ролика советуем подписаться на канал Мэнмана. Парни снимают всякие CS 1.6 сервера, танки и всякое другое. Давайте ему поможем, я подписался, советую вам того же, а мы начинаем свое видео. И всем привет, дорогие друзья, с вами Рамзес, сегодня будет обзор на сервер Веселый Зомби, офигенный зомби сервер. ВК, группа, IP, все будет под описанием. Так, давайте начнем мы с основного. Первое это АК-47. АК-47, потом Дигл идет. Потом вот это Танатос 10, да? Давайте возьмем тогда перчатки Вульф. Или Вольф, там написано было. Вот, очень прикольный эффект еще идет. На... Давайте, ножи, к сожалению, мне ножей никак не открыть, так что я не буду пытаться. Я буду там сколько, 4 ножи, ножа осталось, 4 раунда с краю. Так, начнем тогда с магазина. Первый магазин Куб, граната Куб. Очень прикольно. Граната Мишка, следующая. Броня, так, лазерная мина, нет отдачи. Пистолет Dual Pistol, очень хороший. И разнообразие чуть-чуть сервер. Так, сейчас у нас дьявол, да, почему-то? Так, вот дьявол как выглядит. Тогда мы возьмем выжившего потом. Так, чуть меня не убил. Так, М-16 баф. Так, где он? Где он? Ой! Укусил! Укусил! Тварь! Так, где он? Где он? Где он? Более-менее, что-то сносит. Так, у меня ранг, звание, то есть бродяга, левел 2, экспа 3 из 300. Ты из 300, точнее, из 300. Сапиенти, следующий пистолет. Так, очень прикольно, еще такой взрыв от пуль идет. Еще так стреляет, красивый револьвер. М134 Хера. Очень прикольный тоже. Кроу 7, это пулемет такой большущий, красивейший. Так, Кроу 1 это пистолетик, то же самое. Это что сейчас было? Долет что ли? Кубик, точнее. Автомат АК-47 Танатос, очень прикольный. Хороший даже, почему-то все убиты. Ладно. Так, следующее. W200 пистолет. Ой, снайперка. Никакого эффекта не дает, но очень мощный вроде. Пистолет плазма. То есть надо было назвать пистолеты, то есть не пистолет, а Dual Ethereal, потому что это автомат сам называть Ethereal. Очень прикольно сделала Жека. Плазма пистолет, тоже прикольный. АК-47 Crow, на АК Long чуть-чуть смахивает. И заряжается то же самое, как АК Long. Crow 7 это дробовик, Crow 3 точнее. И автомат Skull 11. Автомат Skull 11 похож на TAR-21, то есть Skull 21. Skull 21, блин. TAR-21 чуть-чуть смакивает. Просто Жек поменял TAR-21 на Skull 21. Просто поменял скин Тара на Skull. И сделал такую... Сотворил, точнее. Так, следующий у нас зомби-классы. Давайте посмотрим. Псих, классик, прыгучий, айс, мультиджамп дает, курильщик подтягивает, бумер плюет, спринтер, айс, разгонная... Буду Ice Creek на R. Revenant Monster давайте возьмем. Плюс пистолет. Так, пистолет, блин. Revenant Ice и Revenant Poison. Revenant Ice для VIP-ов, босс, и это для админа. Да, красиво, нормально. Меню, то есть стрял это когда в текстурах, то есть в карте. За людей для боссов можно возродить, за зомби за 3 евро можно возродиться. Меню сервера дальше. Узнать свой ранг, как ставить мины, посмотреть топ-15, время до конца карты, голосование за карту, ценные привилегии, меню раздачи. Только для боссов работает. Ага. Прикольно, прикольно. Можно узнать свой ранг. Так, 21, у меня 20 скиллов, нифига себе. Так, что я еще хотел? Меню сервера, так, как ставить мины, не надо посмотреть топ-15. Карати. Ага. Ладно. Следующее время до конца карты, то есть time left. Голосование за карту. Вот the map. Ценные привилегии давайте посмотрим. А, что тут смотреть? Я знаю, в принципе. Ну ладно, все-таки посмотрим, сейчас ошибюсь. VIP навсегда 300 рублей. VIP на месяц 100 рублей. Админ месяц 150, админ навсегда 400, босс месяц 250, босс навсегда 500 рублей.
Следующий АК-47 Дигл. Давайте Витвербульф 7 посмотрим. Очень красивый, мне понравился. Самый лучший нож, который я видел за последнее время. Мини-раздачи АМУ, можно раздавать АМУ по 100 евро. Так, давайте раздадим у кого-то мало АМУ. 1, 2, 3, 4. Дал ему пак. Давайте еще раздадим. Только не ему, а другому, которого мало паков. Совсем мало, там 50 хотя бы. Ни у кого нет, давайте этому уже дадим. Пусть тратит пацан. Босс меню давайте. А босс оружейка, взять евро давайте возьмем. И броню жизни возьмем. А босс оружейка тут у меня есть. А ВП Вульф. Вот это очень лучший, самый хороший, точнее, ВП, который я видел. То же самое, как с этого. Двоих уже убил. Ранг у меня не увеличился, конечно, если двоих убил. Убью. Но тоже хорошо. Сколько нас носит, давайте посмотрим. Ага. Боль. Так, и мы продолжаем. У меня херня как-то случилась. Опять, как всегда. Вип-меню, давайте посмотрим. На вип-меню я остановился. А, давайте, босс-меню. Я вроде остановился на АВП Вольт, но тут, в принципе, нечего смотреть, потому что я уже это показывал. Все, Airbooster, Coil Gun, Thanatos 3 и так далее. Вип-меню. А, броню жизнь возьмем, золотое оружие. Ёб мать. Чё меня так откинуло? Так, King Cobra, УЗИ, АКСУ. Это все, вот, знаете, кроме УЗИ и King Cobra. Давайте посмотрим, что посмотреть. Давайте посмотрим King Cobra сперва. Потому что АВП как-то жалко попросить. Смотрите, тут какой-то луч идет, и она взрывается. Еще наносит урон по зомби. Вот она взрывается. Так, вот. Прикольно. Да, отстань ты от меня. Никого убивать, что это? Трое еще остались. Я кого-то сам убил. Еще одного убил. Ай, меня убивают. Парень. Надо вот так стрельнуть по всем, чтобы всем попал. И этот задрал меня. Как же задрал ты меня, парень. Да, а что я боюсь, что ли? Надо вот так просто убить его потом. У кого-то там даст хп. Что-то не хочется убивать теперь. Какому-то там в голову стрельнул. Так. Берем, делаем так. И делаем так. Дохните, твари. Так, да. Парням не повезло. О, это эпичная уже серия какая-то. Потому что я тут зомби так дерусь. Так. И смотрите, я просто... У меня тактика такая, что я сейчас всех сожгу. У них колоссальный урон там останется. Я просто вот так стрельну. Хе-хе, шучу, ладно, не убью я его. Потому что раунд закончится. Максимум 10 раз раунд. Это что? Это что такое? Меня курить схватил. Ладно. Что-то, ладно, АВП-8, думаю, никто не соберет. Так, все, беспалево накинули. Этот уже собирается взять. Не-не-не-не-не-не, пацан. Не-н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 е. Беспалево бросаем оружие. Теперь берем админка Сабога. Очень красивый. Мне тоже очень понравился, Вархаммерский тоже. Дальше пойдем. Так, босс, ну давайте... Допустим, посмотрим по нас три. Что тут поменялось? Нету там. Как было, так и осталось. Все нормально. О, можем молот разрушителя посмотреть. Давайте посмотрим бесплатный оружие. То есть для админов, как кажется. Возьмем мой джетпак. Просто ударим сюда. Все было. Убежаем. То есть тут как зарабатывается экспа? Тут зарабатывается экспа, по идее, когда набиваешь аму. То есть одно аму, одна экспа. Очень прикольно. То есть это лучше, чем остальные. То есть через жетпак можно зарабатывать и раунд.
типа не попаду, двоих убью. Уже 74, 75 точнее. Было у меня сколько там, 59. Еще по двоим. Надо в толпу в зомби. Вроде попал. 176, почему-то мало дал. А, я понял, как это работает. Я понял, я все понял. Интересно, так такой баг работает? Сейчас пульну один раз. Не, не работает. Ага, ты мне что-то там говоришь, еще меня убиваешь, да? Нук. Я его обнул, он хотел за мной прыгнуть, но надо быстрее. Убиваем. Выбрасываем. Берем из вип-меню. А я вам показал кинг-кобу, давайте узишку покажу. Гангстер, что надо пока. Убиваем. Самка, что ли? Сейчас придумать. Я думал, уж меня тут схватил. Так, эти пытаются схватить как-то. Надо по импорту сходить. Меня тут схватил? Нет, а. Только двое остались, я и какой-то Спакс. Спакс, да. Правильно вроде сказал. Что-то я 4 ам заработал, у меня осталось 4 минут. То есть целая обойма, это УЗИ дает. Очень мало. Я просто сейчас убил. Убил. А я убил. О, пацан! Видите? Давайте столкнем. Вроде это меня отдачу очень большая. Все, все. Молодец. Закупим давайте гранату куб. Нет, нет, тварь! Тварь! Ух, ёшкин кот! Ха-ха, ноль брони! Уф, чуть не сдох. Опа-на. Не заработал пака. Погружаемся, погружаемся. А, по идее, можно джетпаком навсегда летать. Просто вот так выбрасываю его. Это, конечно, за баг считается, но ладно. То есть джетпак кончается топливо, то есть он какой звук издает. Да, не знаю даже как. Просто выбрасываете его и обратно поднимаете, и у него полный заряд становится. Это баг, по идее, можно бесконечно летать. Но если будете вот так выбрасывать, то упадете. Куда пульнуть? Куда? Вроде туда можно. Там один сдох. О, у этого маленько. Интересно, если раунд кончится, я убил. Ага, поздно. Там у нас секунда оставалась раунда. Берем брони, покупаем. А, дикл. И давайте возьмем. Может кто-то не посмотрел, там надо здесь. Давайте здесь посмотрим. Ага, палочка такая. Палочка, обучалочка. Блин, я ничего не стреляю. Ладно. Ничего. Ничего, можно. Вот. Тут, кстати, бесконечно можно бросать. Не бесконечно там. Да, есть, но очень много сам каких-то зомбов. Не повезло память. Чё, он меня хочет зарядить, что ли? А не он там кого-то парень зарядит. Так, спину сколько сносит? Так, проверяйте, 247, 243, 245, да? Надо помощнее это, кстати, помощнее ножик взять, ножик. Мне почему-то, конечно, спав понравился. ВСК, спасибо. Это дох. Давайте этого там еще. А, кстати, у меня появилась, то есть Donation Alert, так скажем, Alert. Это херня, где можно донатить. А, я сделал минимальную там 2 рубля. То есть, если вы будете скидывать мне, я, может быть, в дальнейшем, не может быть, а даже сделаю, буду делать конкурсы. Если будете, конечно, скидывать там, хотя бы 2 рубля, это что-то. Так, с чем-то. Будете скидывать, я буду делать конкурс, то есть
Это очень хорошо будет, в дальнейшем мне поможет это очень сильно. Так что я скину это все в описании. Это, так скажем, поддержка такая. По двоим дали 1049, да? Ой, бедняги, хотят мне ину поставили. Кстати, тут способность есть, то, что я не вам не показывал. Способность первая — это ускорение, вот так ускоряется, капец. Ой, там секунд сколько. Ну, я не считал, сколько секунд там прошло. Но 10 секунд — это больно, нормально. Пусть есть еще невидимка, то есть у меня почему-то и на X не работает, а по идее должно работать, но не работает. Видите, меня зомби видит, а на X нажимаю, он зомби меня видит. Сюда надо. А что у этого автомат? Ай, беспредельщик. Ох, Патриса сносит. А если у меня кто-то это застилит? У меня ничего не джетпак. Сам. Ребят. Давай этого помочь. Нет, отдачи давайте возьмем. Это более лучше. Ой-ой-ой-ой. Надо подвесить, что ли, собственно? А если прямо отдавать 265 прямо в тело, 267, да? Плюс евро дальше. А давайте за этот раунд мы должны хотя бы апнуть этого. Второй, третий раунд, точнее. И возьмем мы, не знаю, что даже взять. Паладин давайте возьмем. Более-менее классный. Это сейчас убьем. Это сейчас должны забрать. Он на правую кнопку мыши стреляет, лучами, да? Шарами и импульсами. И этого... Че-че-че так. А, не-не-не-не-не-не-не, мой фраг, бэйби. А, еее. 290, чуть-чуть осталось. Надо АФКшник получить. Он какой-то, уровень какой-то был. Ладно, это не мог. Это мне главное уровень получить, не ставить на килы. Так. Какой у меня ранг будет, интересно? Звание, точнее. Задолбас этим рангом. О, дали ранг. 7 самый дали еще. Звание бандит. Я бандит теперь, я не бродяга. У меня есть дом. Куда-то я понял. Ой, куда-то я отправил этот джетпак. Опять несу. Блин, сюда бы сейчас джетпак. Блин, рассосали сюда. Почему-то это смахивает на этот бизон. Сейчас гоу. Маншу. Мансу. Так. Давайте сожмем его, чтобы он на мину сдох. Уа, злодей. Ты меня не убьешь. Ты не пройдешь. Я как Гендальф. Как? И парень с пулеметом доигрался. Сейчас пульну. Плюну. О, плюну. Так, ладно. Надо вам... В следующем раунде выжившего показать. Будет хорошо. Ай, не кусай. Камасаки, да? Это в топ-2 входит. Пацан. 6 секунд давайте без оружия. Вот так будем понять. А где мой гранатомишка? Нет уже. Выбросил. Следующее можно... Давайте я на выше возьму. Где? Идите сюда, бэйби. Крошки. Оп. Да, меня сейчас просто пулить хватит. Изяк. О, я знаю секретное место. Я тварь! Ай-яй-яй, убили. Но у меня там этот патронов мало было, это во-первых. Во-вторых, этого мало было. Здоровья мало было. Не патронов, а урона мало. И здоровья мало было. Так более-менее вроде что-то было. Ладно, можно в принципе заканчивать. Ставьте лайк, комментируйте, с вами был Рамзес. Всем удачи и всем пока!